Матч «Волги» против астраханского «Волгаря» начался активно. В дебюте встречи даже показалось, что «желто-черные», применив тактику матча против «Алании», готовы забить быстрый гол. Но такого же плана придерживалась и команда гостей. И не просто придерживалась, но и воплощала в жизнь. На 4-й минуте Даниил Липовой искусно замкнул фланговую передачу. А уже к 11-й минуте на табло красовались нерадужные для ульяновцев 0-2. Второй мяч в ворота Андрея Климовича провел Артем Делькин. Ну, немножко невразумительно начали. Сыграли немножко разорганизованно, с чем связано, я думаю, что невнимательность, которая позволила сопернику к 11 минуте уже вести 2-0. Потом, естественно, соперник играл уже по счету. Шалонированно и организованно оборонялся. Поэтому тяжело было найти ту эффективность впереди. После перерыва на поиски эффективности впереди были брошены свежие силы. Для того, чтобы попытаться нащупать бреши в обороне астраханцев, на поле появились Момо Туре, Денис Рахманов и Илья Кубышкин. Чуть позже компанию им составил и бразилец Алев, с ударом которого мастерски справился голкипер «Волгаря». В целом же волжанам изменить ситуацию в лучшую сторону не удалось. Очень хорошее начало получилось для нас. Не в плане даже того, что мы забили, да, но мы правильно реагировали на все, что происходит на поле. И эти быстрые две атаки, которые мы провели, они, скажем так, не были стихийными, да, они были такие плановые. Финальную точку в матче поставили гости. Уже в добавленное время Иван Хамуха закатил в ворота Андрея Климовича 3-й мяч. 0-3. «Волга» вновь теряет очки и попробует реабилитироваться в ближайшую субботу в Ярославле, где сыграет против местного «Шинника».